Ну что же, давайте приступим к первому разделу нашего курса. Вводные замечания, базовое определение и основания для организации церквей. А начать предлагаю с основополагающего вопроса. Что такое церковь? Ну, первая ассоциация — это моя поместная община, поэтому новая церковь должна выглядеть примерно так же. Она должна выглядеть как моя домашняя церковь, та, в которой я вырос или в которой я покаялся. И все же, в самом начале проекта по основанию церкви весьма полезно задуматься, что в ней должно быть первостепенным, а что решающей роли не играет. Несмотря на то, что в вашей домашней церкви могут быть прекрасные и полезные традиции и отличительные черты, в контекст новой церкви они могут не вписаться, оказаться чужеродными, неактуальными для тех, кто потенциально составит новую общину. И это в лучшем случае, а в худшем станут камнем преткновения на пути создания церкви. Может выйти так, что вы попытаетесь облачить Давида в свои доспехи. Помните эту историю? Давид собирается выступить против Голиафа, и Саул решает вручить ему свои царские доспехи и меч. Но во всем этом Давид даже повернуться не мог. Вот и мы подчас лишь усложняем процесс организации церкви, привнося в него мириады идей, заимствованных у наших домашних церквей. О разных программах и служениях берем все эти ценные элементы и пытаемся воссоздать их уже в новом контексте. А на деле облачаем Давида в доспехи Саула, скорее препятствуя, чем способствуя достижению целей. А значит, снижаем продуктивность своих евангелизационных усилий. Итак, давайте попытаемся определить, что же такое церковь. Конечно, вместить в отведенное нам время целый курс по экклезиологии не получится. Поэтому я буду говорить только о самом главном. Надеюсь, что все остальное вы более подробно изучите самостоятельно. Церковь. С богословской точки зрения, церковь представляет собой духовную общину, искупленную Сыном, в которой пребывает Святой Дух и которая предопределена к славе Отца. Таким образом, по сути своей, церковь — это духовная община верующих людей, спасенных, живущих под водительством Святого Духа, стремящихся прославлять Бога. Вот подлинно духовное определение сущности церкви. И все же оно оказывается малополезным для понимания того, как церковь должна выглядеть на практике. Эта обтекаемая формулировка, увы, не рисует нам наглядный образ поместной церкви. А она, если основываться на учении Священного Писания с практической точки зрения, представляет собой собрание верующих в Иисуса Христа, которое с неизменным постоянством собирается вместе с целью исполнения библейских предписаний под руководством общепризнанного лидерского состава служителей Церкви. Все перечисленное в этом определении имеет важное значение. Выделю несколько моментов. Итак, Церковь — это собрание или община верующих в Иисуса Христа. Многим из нас, особенно европейцам, жителям так называемых христианских стран, не раз приходилось сталкиваться с номинальными христианами, теми, кто говорит, что исповедует христианство и пару раз в год ходит в церковь на Пасху и Рождество. Да, возможно, именно так они себя определяют. Но разве это истинные поклонники Иисуса Христа? Весьма сомнительно, что эти люди пережили момент рождения свыше, обратились к Богу всем сердцем и являются последователями Христа. Вот почему я подчеркиваю, что истинная церковь — это собрание верующих в Иисуса Христа. Понятно, что мы не сердцеведцы, и все же по своему человеческому разумению заключаем, что церковь Христову составляют спасенные люди. Во-вторых, они собираются с неизменным постоянством. Давайте представим, что христиане в том или ином городе собираются, скажем, раз в год. Будет ли это церковью? Вряд ли. Например, некоторые из первых христиан встречались ежедневно. Автор послания к евреям призывает нас не оставлять своего собрания. Чтобы стать церковью, разрозненные верующие должны регулярно собираться вместе. Причем с совершенно конкретной целью для исполнения библейских предписаний, а не для того, чтобы, скажем, обсудить грядущий футбольный матч, свои увлечения или какой-то интересный проект. Нет. Этих людей, верующих, возрожденных, объединяет Бог и то, к чему Он призывает. А перечень предписаний велик.
Сюда входит и благовестие, и увещевание, и служение, и миссионерство, и поклонение, и многое-многое другое. Среди всего прочего можно также назвать хлебопреломление и крещение. В общем, перечислять всего я не буду. Главное, что верующие собираются именно в этих и никаких иных целях. А вот еще один важный аспект. Совершение христианского служения происходит под руководством общепризнанного лидерского состава служителей. Об этом мы поговорим подробнее. Но это не произвольные встречи. В каждой церкви есть поставленные Богом руководители, которые ведут и направляют общину, обеспечивают духовную помощь и поддержку. Нетрудно заметить, что все перечисленные элементы носят фундаментальный характер. При этом они допускают самые разные варианты. Мы не вменяем церкви в обязанность иметь свое здание, не утверждаем, что руководить ее должен пастор с семинарским образованием, которого община должна полностью содержать. Ничего подобного в этом определении нет, как не было ничего подобного и в ранней церкви. Ни семинарий, ни церковных зданий в новозаветный период не существовало. Плохо ли это? Конечно, нет. Сегодня я преподаю в семинарии, а моя община собирается в специальном здании. Но все это вторично по отношению к библейскому определению церкви, и забывать об этом нельзя. Поэтому, приступая к организации новых церквей, следует отказаться от лишнего багажа в виде идей, задумок и программ, которые могут лишь помешать делу. Вновь создаваемая церковь должна прежде всего органично вписываться в свой контекст, быть гибкой, чтобы стать светильником в округе и исполнять библейские предписания. Если наличие здания будет этому способствовать, прекрасно, но необходимости в нем может и не быть. Немного позже мы поговорим о том, как понять, кому конкретно нам предстоит служить, и как структурировать церковь так, чтобы она максимально соответствовала потребностям тех, кому мы несем Евангелие. Но пока подчеркну, что опираться мы будем именно на это базовое определение. В соответствии с ним основание церкви видится как служение, направленное на то, чтобы посредством благовестия и ученичества создавать способные к воспроизводству христианские общины, нацеленные на исполнение библейских предписаний под руководством лидерского состава служителей. Вероятно, вы заметили, что это определение целиком и полностью основано на определении церкви. Но вот одна важная деталь, на которую следует обратить внимание, это благовестие и ученичество. Нередко численный рост церквей происходит за счет их деления. Так вот, эта тема совершенно иного разговора. На данный момент нас с вами интересует формирование новой общины не из представителей уже существующих церквей, а из людей новообращенных, тех, кто откликнулся на возвещенное нами Евангелие Иисуса Христа и приглашение стать частью поместной церкви, чтобы находиться в общении и вместе исполнять то, к чему призывает Писание. Какой должна быть такая церковь, мы еще обсудим. Наша цель не учреждение еще одной религиозной организации, а расширение Божьего Царства путем создания общин, отражающих Его свойства, Его характеристики, общин, угодных Богу. Вот на этих определениях церкви и служения по основанию церкви мы и будем строить наш дальнейший разговор. ТВ-семинаре — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.